подождите, я сейчас... Вон нас мухомор, мухомор! Знаете, мухоморы здесь, здесь мухомор. Ты кто такой? О-о-о, ничего себе ты засадил мне! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Всем привет, ребята! Вы на канале Счастливый Кролик! И сегодня я просто счастлив, как никогда! Это просто целое морковное счастье! Вы спросите, почему ты такой счастливый? Счастливый кролик, да потому что этот Skyblock с нас вернулся. У него уже чуть-чуть другое название. Вот, он называется Island, острова. Но это, говорят, что это именно эта игра. Давайте зайдем и посмотрим, сохранилось ли то, что мы настроили раньше или нет. Да, вот, видите, такой домик. Нет, давайте сначала посмотрим, вот здесь написано обновление 17 числа. Давайте я вам поставлю, чтобы это перевести на русский язык. Нам нужен русский. Вот. Все, переводим. Обновление журнала 17 июля. Появится книга заклинаний. Грибной и грибной блок. Короче, наверное, гриб будет и грибной блок. 100%. Товары для кормления. Золуди и хрен. Прикольно. Новые цветы появились. Нарцисс и крокус. Я чуть-чуть в цветах, конечно, не разбираюсь, но обязательно посмотрю, красивые они. И что самое главное, ребят, добавлен учебник для новых игроков. Чтобы не спрашивали, как это, почему это, все теперь будет, наверное, в учебнике написано. Ну и, конечно, они исправили ошибки. Ну что, ребят, давайте нажмем эту заветную кнопочку и будем ждать, что весь остров наш сохранился. И нам не надо будет ничего строить заново. Потому что, как бы, не очень бы хотелось, но мы все равно построим. Пожалуйста, сохранись, пожалуйста, мой остров, появись, пожалуйста, давай. Ну что ты мне надо сдать? Это, наверное, потому что все игроки захотели зайти в эту игру и посмотреть. Да, заходим, вот магическое обновление, вот этот человечек, давай. Ой, подготавливает мой остров, неужели мой остров? Да, деньги уже есть, которые у меня были, супер, и эта музыка, ой, как она радует мою душу. Давай, появись, мой остров, появись, давай. Загрузися. Ну, что это такое, давай быстрее, я не могу уже. Да что это тысяча морковок, почему так долго? Все, вроде загрузается, да, вот этот список игроков. Да, yes. Все, ребята, они написали, что они вернулись. Ну, давайте посмотрим, все ли у нас на месте, так, все вроде на месте, так, цветочки на месте, машинки на месте. Ребята, все на месте, супер, все на месте, очень классно. Ну что, побежали, посмотрим, где эти... А вот ягодки, подождите. Ягодки соберу, цветочек я не вижу пока. Так, ну побежали в главный город, посмотрим, как там действия происходят. Так, ну что здесь, все то самое. А это озеро такие -то глубокие или нет? Давайте нырнем, посмотрим. О! Ой, да, класс. Я давно соскучился по этой водичке. Просто все супер, ребята. Ну что, пойдемте посмотрим. Так, подожди, где у нас эти грибы могут быть? Грибы, это прикольно, конечно. Мне очень нравятся грибочки. Давайте посмотрим, где эти грибочки. Что это за человек-арбуз? Эй, ты кто? Да ты акула-арбуз, ничего себе! Вот это у тебя костюм шикарный, а куда бежит акула-арбуз? Куда, на остров драться, что ли? Прикольно, ребята, вы видели этот? О, это обалденный просто костюм! Ай, акула-арбуз, никогда о таком не слышал. Ужас! Так, зайдем сюда, давайте посмотрим, что у нас тут появилось. Ай-яй-яй-яй, ничего не появилось. Все, травку собрать. Кстати, вот здесь вы собираете, вот я вот все забывал сказать, все забыл, время как-то не было. Здесь вы выполняете их квесты, и потом, когда вы переходите на новый уровень, вот этот, да, они вам дают или чертеж какого-то нового, типа, столика, стула, мебели, в общем, какой-нибудь, да, или денежное вознаграждение, или еще чего-нибудь. Так что не забываем делать эти квесты, и все будет тики-пуки. Давайте побежим теперь вот этому. Что у тебя за семена? Давай посмотрим. А где наши грибы, ребята? Где грибы? Тотемки наши. Звездочки, тотемы. Так, это. Где грибы-то, я вообще не понимаю. А может, там дали по грибочку?
нет, вроде ничего нам разработчики не дали. И все, ой-ой-ой. Ну ладно, пойдем по типосотике, грибочки. Так, кто-то у нас тут есть. Где же могут быть эти грибочки? Блок из грибов. Во! Вот! Вот! Мухомор! Так это мухоморы, а не грибочки! Мухоморы-то опасные! И надо найти 5 красных мухоморов, чтобы сделать этот блок. Так, а где же наши грибочки? Грибочки, наверное, что у нас в лесу будут расти, появляться или как? Ребят, я прибежал сюда, на этот дальний остров, смотрите, что я обнаружил. Раньше были помидоры и звездочка, а теперь все вот, вот такая вот, какая-то растение непонятное. Что это такое? Лосединая какая-то, непонятно чего. Травка какая-то непонятная. Давайте посмотрим, может они сюда и мухоморы какие-то запихали куда-то. О, что это? Это... Что? Бррр, мне в глазах двоит. Нет, это новый телепорт. О, ребята, подождите, сейчас я быстро посмотрю, есть здесь мухомора или нет. И если что, я сразу прыгну в тот телепорт, суперский, в тот. Травку эту еще возьму, не знаю для чего она. Так это, наверное, на неделе варить надо будет с этой травкой. Раз у нас магическое обновление. Да, ребята, как вы думаете? Я думаю, это точно будет так. Так, ребята, давайте еще подберем этот кустик. Так, этот кустик забираем тоже с собой. Так, все. Ну что? Ой, стой. Это... Ай! Это ягодки! Дайте взять ягодки! Ягодки начали здесь появляться! Ребята, это ягодки! Ой, как прикольно! Дай мне ягодку! Все, я взял ягодки! Ну все, ладно, ты напросился, я тебя сейчас накажу, чтобы забрать все эти ягодки. Подождите, ребята! Я хотел по-доброму, только ягодки взять. Ребята, это очень круто! Вот, все, отвлеклись на мальчика, все. Это очень круто, что здесь начали ягодки появляться. Это значит, что нам сможет попасться семена, чтобы мы куст, наверное, смогли посадить. Ой, как прикольно, разработчики, вы нас просто очень и очень сильно радуете. Ну что, побежали дальше в телепорт. О, что это, что это? Что это такое? Это золоть, я нашел золоть. Ребята, это очень классно, очень классно. Значит, золоди, ягоды и трава вот это. Это все на этом острове. Ну, значит, если здесь есть золоть, трава и это все такое, значит, здесь где-то и мухоморчики должны быть, наверное. Мухоморчики. А вот звездочку еще у нас есть. Супер, супер, супер. Ой, этот остров, короче. Ой, еще один золоть. Подождите. Если есть золоть, то должно быть и дерево. А дерева-то нет для этого. Дуб золоти нам дает. Где? Это дуб, что ли? Ну, может быть, разработчик. Смотрите, все, помидорчик. Все. Все, ребята, много слов, я побежал смотреть, что в том телепорте, быстрее к новым приключениям. Нет, подождите, еще одну звездочку возьмем. Теперь к новым приключениям. Зык. И что? Эй, дверь откройте, с той стороны откройте дверь. И что нам нужно, чтобы пройти сюда? Наверное, у того музычка, наверное, есть, который раньше нам ключики продавал. Наверное, у него есть какой-нибудь ключ, что ли, специальный? Я не знаю. Так, осторожно, взум, влево, обходим препятствия, быстрее. Как же мне хочется посмотреть, что в том телепорте. О, и здесь ягодки появились. Ребята, значит, и на этом острове есть ягодки. Супер, не только на том дальнем. И все ягодки. Это же очень обалденно, очень просто, очень и очень классно. Ну, пойдемте посмотрим, что это. Ну, скажи, что у тебя есть ключ. Что это такое? Золоть, травка. А это продавать можно золоть и травку. А это что такое? Что? У меня денег нет? А это продавать то изделие, которое ты делаешь. Ой, ребята, что делать-то? А как мне попасть на тот остров? Кто знает, что-то я все застрял. Подождите, думай, голова. Значит, нет, наверное, значит, надо бить их еще раз, и из них будет выпадать ключ какой-то. Как здесь из этих выпадал ключ для того портала. Давайте побежали бить их. Этих вот тех вторых. Туда, наверх, давайте. Ой, как все здесь запутано-то, так сразу и не разберешься. Вот. Да, ребята, я был прав, смотрите, я только что получил вот такой кристалл, Wizard кристалл. Все, бежим к телепорту, 100%. Нет, подождите, на пути нам попался золоть. Золоти мне нельзя раскидываться, берем, потому что мы не знаем, для чего они нужны, может они еще будут очень и очень редки. Так, ну все, ребят, все, у меня есть кристалл, залетаю на полной скорости. Yes. Так. Значит, кристалл, не забыли, нам выпал из этих буфало, вот из этих бычков, которых мы взяли. Теперь мы попали на этот остров. На этом острове что у нас есть?
травка такая-то есть. Что это стоит такое интересное тут растет? Так это же цветочек этот, это этот новый цветочек. Цветочек, смотрите, над какой он красивый. И все золото лежит. И все, травка стоит. Давайте еще быстрее посмотрим, что здесь еще происходит. А кого здесь убивать надо? Вот так здесь и звездочки растут. Класс, 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 класс. О, еще один новый цветочек. Смотрите, какой красивый крокус этот. Класс, ребят, очень и очень прикольно. И все, цветочки, смотрите, никого нет. А подождите, это... Вон нас мухомор, мухомор. Знаете, мухоморы здесь. Здесь мухоморы. Супер, супер, ребят. Супер мухоморы. Все, ребят, это очень обалденно. Значит, мы с вами разобрались, где все можно достать. Это очень прикольно. Дайте я все цветочки соберу. Может, и семена выпадут из них. Давайте посмотрим. Потому что я хотел бы посадить у себя на огороде такие. Вот у себя на ферме. Да, ты так вот скажешь. Огород это да. Ферма нас. Вот. Золоди, золоди, не знаю. Но мне кажется, это зелья какие-то надо будет делать. Это 100%. Ну все, побежали. Посмотрим. Потом я все пособираю. Сейчас я вам покажу, что там наверху находится. Быстрее в горку, в горку. Побежали, побежали. Давайте посмотрим, посмотрим, что здесь есть. Здесь уже темнеть начинает, надо быстрее успеть. Так, что-то как-то все запутано. Так, мы поднимаемся, этот домик. Дверька открывается? Нет, нет, дверька не открывается. Что тут у тебя происходит? А там, 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 смотрите, мельница какая-то. А это что такое? Что это? Что это? Ты кто такой? О-о-о, ничего себе ты засадил мне! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Я даже не ожидал, такой маленький, такой нагленький! Ну-ка, иди-ка сюда, ты сейчас у меня получит. Ох, ничего себе. Ох, ничего, так ты меня почти убил. Ой, надо отбежать, отбежать, помидоры покусать. Ничего себе, я с тобой разберусь. Подожди, подожди. Счастливый кролик так просто не сдается. Сейчас мы дадим круг, сейчас мы дадим круг и разберемся с тобой. Подожди, подожди. Все, сейчас, стой, давай, кусай, 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 давай. Вы видели, я к нему подхожу поздороваться, а он мне этим огнем как даст, короче. Ну-ка, иди-ка сюда, где ты, маленький там, этот непонятное существо? Иди-ка сюда, так, на, как тебя обойти, ты такой хитрый, ты какой. На, я попал, что тут вообще, как, а, ест, пополучил. Ой, как ты больно кусаешься-то. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну-ка, ну-ка, давай тебе, давай, давай, давай. Сейчас у тебя хвост отвалится, ящерица. Ест, я его заботил, замотил я его, что мне дали? Что это такое, подождите, у меня все заполнено, тут такая сразу и не посмотрит, какую-то, какую-то стуковину мне дали. А, вот это мне и дали. Ой-ой-ой, подождите, еще один идет, ай, убегаем от них. И еще один, ой-ой-ой, как. А зачем эта стульчика мне нужна? Это бутылка пустая. С них падает пустая бутылка. Сейчас я вам покажу, как надо драться. Подождите, я все помидорах съем сейчас. Стойте, ребята, стойте. Надо им отомстить. Так не делайте. Никто не может так просто безнаказанно бежать этого счастливого кролика. Ты же видели, они очень больно кусают. Но я знаю, как с ними лучше драться. Сейчас я им покажу. Я сейчас включу режим драки и всем покажу. Подождите, покусали, покусали. Сейчас наберем энергии, наберем энергии, наберем энергии. Давайте, давайте, давайте быстрее. Все, набрал. Да. Теперь заходим сюда. Так, находим сеттинг, ставим он, выходим. Так, нажимаем shift, включаем прицел, достаем на смерть. Смотри, все. Сейчас мы у тебя это, все. Сейчас ты мне получишь. Сейчас мы с тобой потанцуем. Давай, иди сюда. Танец, 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 да, да, да. Ха-ха-ха. Ты думал, это все. Иди сюда, следующий. Ха-ха-ха, какой счастливый кролик. Вы видели, вот так вот, вот так. Думали, все так легко. Вот так, ребята, в этом режиме только надо с ними драться. По-другому это очень опасно. А так ходим влево-вправо, юлим от ихнего огня. Ай, я все равно укусил, но ничего. Еще один, еще один. У, какой ты, смотри, это крутой, какой. И стой, из них больше ничего не валится, только валятся эти бутылочки. Иди своего, иди, не трогай моего мелкого. Ух ты, поросенок. Ты зачем моего убил? Так, ну что здесь? А это что за огонек? Огонек, огонек, огонек. А что это за огоньки? Они просто кусаются, да? А это дети, наверное, управляют. Это эти колдуны, это ими, они управляют этими огоньками. Давайте посмотрим, валится ли с них еще что-то, кроме этих стеклянных бутылочек. Ребята! Все. Вы видели, как он меня уничтожил? Он меня уничтожил? Это вообще...
Ну что ж, ребята, ну мы зато посмотрели, где что достается. В эту стеклянку мы не знаю, как мы потом зелье сможем варить как-то или еще что-нибудь с ней придумаем. Но это мы потом посмотрим. Ну вот такое обновление, ребята. Как я что-нибудь еще новенькое узнаю, я обязательно вам это покажу видео и сниму. Всем-всем пока-пока, ребят. Вы были на канале Счастливый Кролик. И я надеюсь, вы так же рады, что вернулся этот скайблок. Пускай даже в другом названии, но это все равно на старый, прежний, хороший скайблок. Все, всем пока, ребята. До встречи.